Яд, который можно купить в любом магазине, ставропольцам угрожает опасная настойка. Это боярышник. Судя по этикетке, обычный лосьон, но многих, точнее для многих, эти пузырьки уже стали синонимом пьянства. А главное, продается это средство буквально за копейки, без всяких ограничений. Какие последствия ждут тех, кто пьет отраву, и через сколько от нее наступает смерть? Тему изучил Александр Григоров. Олегу 60. Он не работает, не получает пенсию, а просто попрошайничает. В день выходит около 200 рублей. Хватает на бутылку выпивки перед сном. Живу тут, это, недалеко, это, там, это, городок есть один. Он там, я сплю. Холодно там, наверное? Да. Я уже 4 года так. Его печальная история похожа на тысячи других. Была семья и работа, но любовь к алкоголю оказалась сильнее. О вреде боярышника он знает, но ничего не может с этим поделать. Ну вот, от боярышника долго не продержит, умирает просто, и все. Купить опасную жидкость не составляет никакого труда, даже подтверждать возраст не надо. Итак, мы сейчас идем закупать боярышник. Я, конечно, не очень похож на человека, который покупает его, но будем пробовать. Какую цену? 25 рублей на ценник. Можно один. Один? Ну. Нельзя продавать. А это как косметический лосьон считается, а не спиртное. Да. По идее, мы спиртное тут и не продаем, и сигареты тоже. Официально это лосьон для наружного применения, который содержит спирт. На деле его используют как заменитель водки. Он дешевый и доступный. 25 рублей, и он наш. А то, что жидкость в этой склянке смертельно опасна, совсем не преувеличение. О жутких последствиях употребления травы лучше других знают опытные врачи. От этой гадости развивается слепота и развивается полинейропатия. Что такое полинейропатия? Отмирают нервы. Люди ходят как роботы, вот так, на негнущихся ногах. В первую очередь страдает, конечно, сердечно-сосудистая система, затем органы выделения, печень, почки. Вот. И очень сильно страдает головной мозг. А еще они начинают деградировать до такой степени, что и на людей уже не похожи. Александр Григоров, Константин Шаляпин, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.